Почему юрта считается высоким примером материальной культуры кочевников? Юрта являлась основным жилищем казахского народа в течение столетий до наших дней. Это жилище является самым быстро устанавливаемым в мире. Как правило, 3-4 человека собирают юрту в течение 1 часа и разбирают за полчаса. Юрта удобна при кочевом образе жизни казахов. Ее можно погрузить на верблюда, так как масса юрты составляет около 300-400 килограммов. В юрте благоприятные условия во все времена года и погодные условия. Она устойчива при буранах, ураганах и даже землетрясениях. Зимой в ней тепло, а летом прохладно. Проживание в юрте благоприятно влияет на здоровье человека. Все внутренние и внешние покрытия изготовлены из природных материалов. Юрта бывает от 2-3 крылой до 12-18-30 крылой. Юрта – это производная нескольких искусств, таких как архитектура и прикладное искусство.